Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами на связи штаб игрового спецназа и бессменный связист Иван Создатель. Итак, мы продолжаем проходить всякие тесты, и у нас тест сегодня ангел или демон. Давайте начнем и узнаем, кто я, ангел или демон. Тебе нравятся бесшумные вечеринки? По настроению. Считаешь ли ты себя счастливым? Не особо. Главное в жизни и то в равной степени. Ты лидер или подчиненный? 50 на 50. Забавный? Немного. Есть друзья? Ну, 1-5 примерно. У тебя хорошая репутация? Не знаю. Предала бы ты лучшего друга за 1 миллион? Ни за что, конечно. Ты популярная личность? Не знаю, к сожалению. Заботит ли тебя окружающая среда? Немного. Иногда схожу с ума. Лучше быть последним среди умников или королем дураков? Ну, вариант не очень. Если бы вы были хищником, то вы бы охотились при свете дня, стараясь нападать прямо. Ты когда-нибудь воровал в магазине? Нет. Веришь ли ты, что эгоистам живется проще? Нет, не верю. Посещая людные места, вы ношу обычную одежду. Ты часто врешь? Иногда. Правила существуют для того, чтобы им следовать. Приходилось ли тебе сожалеть когда-либо о каких-либо поступках? Иногда. Встретив бездомное животное, ты поиграешь с ним немного. Успокою его. Вот кнопки плохо работают. Как часто к тебе обращаются с советом? Почти никогда. Ну, нет, иногда родители обращаются, бывает. Первое, что отмечают в вашем характере люди, это непредсказуемость, к сожалению. Нет. Надежность или ответственность? Не знаю, ни один... Непредсказуемость вряд ли, дружелюбность, чувство юмора не особо. Ну, надежность и ответственность. Бывает, что... Нет, дружелюбность и чувство юмора. Способны ли вы когда-нибудь уступки ради друга? Только небольшие. Кем бы ты стал, небогатым человеком, которого все любят, или богачом, которого все... Небогатым человеком, конечно. Что я вообще вообразил, будь буржуем, зажравшимся. Ты видишь, как человек выронил кошелек, твои действия. Догоню и верну кошелек, чё? Я что? Что важнее, быть веселым или добрым? Добрым. То есть нет, а что, совместить нельзя? А тебя кто-то ударит, ты... Ударю в ответ. Ты узнал пошлый секрет другого человека. Поделишься это ли... Нет, я сохраню, конечно. И что, вообще? Не хочу портить репутацию. Продавец в магазине дал тебе больше сдачи, чем нужно. Ты... Оставлю себя, конечно. Я не разбираюсь во всем этом. Купил, и слава богу. Как говорится. Друг приглашает тебя на вечеринку, на которую ты не хочешь идти. Объясню, что не хочу идти. Ты когда-нибудь притворялся больным? Нет, не притворялся. Кто-либо назойливо дает тебе совет. Ты...
буду упираться до последнего. Заведешь ли ты более успешным людям? Иногда. Ну-ка, давайте посмотрим, кто я. Ангел или демон? Ну, давай. Да, блин, задолбали ужас. Ангел. Большей степени. 61% ангела. Что ж, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.